перерыве кубкового матча ТОИМ Краснодар состоялась презентация нового талисмана нашей команды, ростовой куклы коня, либо, как говорят люди, склонные к употреблению импортной лексики, маскота. Теперь наряду с воспитанником Томского ипподрома, жеребцом, полковником, домашние матчи Томи украсит еще один симпатичный талисман, подбадривающий команду и болельщиков, которые, кстати, стали соавторами дизайна этого колоритного коня. Победителями конкурса на лучшую идею дизайна нового талисмана Томи стали Юлия Адова и Анна Рассказова. Конь уже был на атрибутике команды ТОИМ и на гербе Томска, и поэтому он уже как бы подразумевался. И из условий конкурса говорилось, что персонаж должен быть спортивный, позитивный. И так вот создался образ. Я знаю, что для талисмана еще планировалось, что это будет не просто кукла, которая для селфи с болельщиками, но что это будет живой персонаж со страничками в социальных сетях. И я больше уделила внимание его образу как мультяшному, который будет в социальных сетях как виртуальный образ. Вообще, я считаю, что команда ТОИМ от лошади никуда не должна отходить, поэтому сразу у меня в голове именно коняшка получилась. И она была в зеленой форме, потому что непосредственно зеленые цвета – форма Томи. Конечно, он должен выражать, особенно болельщиков. Мне кажется, болельщики будут очень яро на него реагировать, что повысит дух команды. Мы хотим поблагодарить всех болельщиков, принявших участие в конкурсе, и от всей души поздравить Анну и Юлию, которые получили заслуженные дипломы и памятные призы как победители. Помимо участия в награждении, обаятельная кукла-конь в традиционных бело-зеленых цветах нашего клуба исполнила на футбольном поле зажигательный танец в сопровождении девушек из группы поддержки Томи. И еще одна важная деталь. У нового героя пока нет имени, и клуб ТОИМ объявляет конкурс на лучшее имя для нашего талисмана. Свои варианты можно присылать на почту, адрес которой вы найдете на официальном сайте Томи. Кстати, свои варианты имени нам с вами предложили Аня и Юля. Ну, наверное, производная от команды ТОИМ. Томас, наверное. Какая-нибудь Томичка. А почему Томичка? Ну, потому что коняшка, я думаю, женского рода. Что у нас среди болельщиков немало женщин, думаю, им это будет приятно. Ну а мы бы, авторы НБФ, назвали маскота лазурным, в память о том самом коне, который начинал эту славную традицию 15 лет тому назад. Однако решать вам, уважаемые болельщики. Лучшие имена будут представлены в виде голосования на ваш суд, а победителя, как всегда, ждут памятные призы от футбольного клуба ТОИМ и награждение на одном из домашних матчей.